спортивном зале Лекинской школы прошли детские соревнования. Организаторами выступили клуб «Доступный спорт» и культурно-досуговый центр «Молодежный». Школьники приняли участие в разнообразных эстафетах, перетягивании каната, командных соревнованиях по сбиванию шаров и многих других активностях. Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев принял участие в церемонии вручения медалей победителям и призерам.